из города Мугла, там, где проводится сейчас человеческая конференция «Апиславия» в ноябре 2014 года. Вот здесь мы находимся как раз в конференц-зале. Вот здесь представляются разные пчеловодческое оборудование, ну, в частности, ульи пластиковые. И здесь представляется сама провинция Мугла. Здесь множество. Вот здесь множество разной информации про провинцию Мугла, которая славится своими, конечно же, замечательными курортами и своей природой. Вот они показывают замечательные горы, замечательные пчеловодческие хозяйства. Есть что здесь всегда посмотреть, особенно тем, кто приезжает на отдых, на курорты, отели, посмотреть природу. Можно даже зимой покататься на лыжах, конечно же. Но здесь у нас кусочек той пчеловодческой, который для развлечения. Но тем не менее, вот смотрите, какой замечательный здесь цветочный такой приветственный для конференции. И, конечно, разные ульи здесь рядом. Ну и вот в перерыве можно такой замечательный чаёк попробовать из трав таких душистых, как раз в провинции Мугла. Конечно, видите, вот там ульи, вот те самые знаменитые ульи Апимая, пластиковые. Здесь вот более простые, здесь вот более обычный пчеловод с такими однокорпусными ульями. Он там немножко усовершенствовал свою рамочку, как натягивать проволоку, показывает. Ну, а здесь, конечно, Апимая — это замечательная, очень известная фирма, которая производит пластиковые ульи, известные по всему миру, особенно здесь популярные в Турции. Они имеют, конечно, свои преимущества вообще по сравнению с обычными. Тем более, что их конструкция усовершенствована, и там есть хорошие, позитивные такие технические решения. Ну, конечно, можно поспорить насчет здоровья уля, здоровья всей пчелой семьи, но тем не менее фирма сильно развивается, и многим это нравится. Они экспортируют все свои продукции даже в Украину. Мы с ними еще проведем отдельную такую беседу. Я надеюсь, интервью. Здесь показывается вот оборудование. Вон, видите, пчеловодческий инвентарь. Какой-то замечательный шафран, очень душистый. Так приятно пахнет. Шафран, полынька. Такие степные горные травки. Специально для чая приготовили. Здесь вот много посетителей, и, конечно, здесь вместе и турецкая проводится пчеловодческий конгресс одновременно с Апиславией. Турецких пчеловодов, конечно, в принципе, наверное, в два раза больше, чем из Европы, из Америки. Хотя есть здесь коллеги из Канады, есть с Аляски пчеловоды, канадские пчеловоды есть. Большая команда из Словакии, есть из Словении представители, с Украины около. Здесь больше 30 человек, 33 человека из Польши, большая команда, около 30 человек из Азербайджана. Так что самые разные здесь представлены страны. Ну, конечно, вот оборудование здесь представлено турецкими фирмами. Вот там вдалеке это я показал словацкий стенд, а вот там множество таких медовонок стоит у одной турецкой фирмы. А здесь вот подкормки, например, для... Сейчас покажем нашу коллеги. Вот у него там вот он сидит как раз. Он так распространяет такую подкормку для пчел белковую. Ну, она так хорошо расфасована с витаминами. Конечно, белковая подкормка. То, что надо использовать. Ну, множество фирм, которые также производят различные препараты для лечения пчел. Так что оборудование, препараты и пчеловодческий инвентарь. Все, что нужно для пчеловода на любой вкус и цвет, который может выбрать себе все, что угодно. Подаем еще как-нибудь поближе к отдельным производителям. Вот там замечательные улики Нуклеуса. Мы их уже показывали. Здесь темновато, не так видно. А вот эта вот фирма как раз производит подкормки. Так что будем показывать, что здесь происходит. Всем привет! Следите за каналом, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем показывать на русском, на английском. Между прочим, уже есть сюжеты на турецком и на азербайджанском. Еще на грузинском надо делать. Так что смотрите за каналом, подписывайтесь, ставьте лайки и ждем ваших комментариев. Пока! Из провинции Мугла, с пчеловодческого конгресса. Апиславия, привет!
от украинской делегации. Всем привет! Слава Украине!